Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу поздравить и меня, и вас с тем самым событием, что сегодня 5 лет каналу. Активно я его веду несколько лет, но тем не менее сегодня 5 лет, так что поздравляю с первым юбилеем канала и меня, и вас. Там вот на третьем этаже видно елочка. Камера ее, конечно, плохо передает, я не знаю, может вот так вот через сеточку, но прям так настроение. У них видно, там гуляют с собачками. Ну а здесь, вот у нас тут тоже своя атмосфера. Огонечки новогодние. А я тут дышу воздухом, так что Новый год приближается. Ну, она экстремалка, конечно, в 3 часа ночи. Сейчас идти, но что-то ей весело. А куда она идет-то? Магазин закрыт, товарищ. Смотрите, что у нас происходит. Елку просто замело. У нас метель невероятной силы. У нас тут лук растет. Поэтому. И смотрите, как замело этот балкон. Тут целый сугроб у нас уже. Обалдеть. Аномальные снегопады в Подмосковье у нас начались. Так, трактор пошел. У нас тут видно, вот где-то 25 сантиметров снега выпало. По вот тому кубику, кстати, определить можно и по машине. Ну, вон на фоне появился трактор. Люди тоже чистят. Так что уборка снега начинается. Тимка наблюдает, как человек чистит машину, дышит воздухом. У нас тут тоже сетку эту замело. Вот здесь бы надо, как бы она не отлетела еще у нас, лучше не трогать. Да, дыши. Дыши, зайчик, свежим воздухом. Ну, какая на крыше, какой слой. Человек чистит. Очень много снега сегодня выпало. Наблюдатель. Такого снегопада. На-на-на-на-на-на-на-на-на. В общем, сегодня у нас снегопад, метель, пурга. Все замиксовано. Достаточно тяжелые дни для сотрудников ЖЭКа. Да и не только, для всех. Вот трактор как раз-таки проехал. К нам во двор так и не заехал. Проезжал в другие. Видно, у нас особо не писали никуда, не жаловались. Но вообще, в целом, не то чтобы жаловались люди. Заявки, скорее, так будет правильнее сказать. Ну... Вот видите, люди идут, препятствия преодолевают. Очень много снега. Выпало, наверное, сантиметров 25-30. И плюс сейчас начался опять снегопад. Полный автобус людей. Автобуса, короче, нету по минут 40. Люди стоят, ждут. Сейчас папа уезжал на работу. Машину оставил, чтобы не... Вот, женщина или мужчина, кто там бежит. В общем, обстановка на дорогах очень сложная. Соседи, видела, выходили с лопатами, расчищали парковку. Не нашу, а там вот, ну, немножко на отдалении. И, короче, они почистили, трактор приехал, почистил основную дорогу и опять засыпал их же машины. В общем, ситуация такая плачевная на самом деле. Фонари еще не включили. В общем, я думаю, что заметет конкретно, и если... Показать, вот, например, балкон, тут просто все занесено. Вот, пожалуйста, как бы конкретно. И вот это вот тоже тут у меня сетка, чтобы не повредить сеточку, сейчас покажу. Вот. Детям, конечно, на радость все это дело, но
очень много снега сегодня. Очень. О, техника вот тоже чистит, чистит. В общем, заканчиваю репортаж свой. Расчищает вон с лопатой один. Очень большой объем снега. Может быть, я вам покажу сейчас, как раз-таки передам атмосферу. Вот. Большой объем снега. Человек уже устал расчищать все это дело. Видите, сколько сантиметров там. Целые лопаты. Ну, надеюсь, передала вам атмосферу. Немножко снег прекратился. Мама назвала. Выехал маленький жучок помогать. Видите, расчистил дорожку. Елочку уже включили. Ну, выглядит реально забавно. Сейчас пойдем машину чистить. Это у нас уже очень много снега, как и на той машине, тоже на парковке. Надо убирать. Короче, вот забирали Озон. Вы просто посмотрите количество у нас снега. И вот это находится около больницы. На мои ноги. Это мы после того, как почистили свою машину. Подойдем к машине, покажу. Просто смотри. Мам, встань рядом, я покажу с тобой. Уровень. Видите? Сугробов. Мама, тут чуть не звезданулась, а не упала. Очень тяжело. Очень тяжело справляются. Ну, вот видно, где могут, там и идут. А мы, короче, сделали такое. Так, буду смотреть вниз, а то упаду. Сделали... Ой, цензура. Мы сделали такую немножко зарядочку. Машину почистили, потому что потом там может быть вообще полнейший звездец, если этого не сделать. Потому что, если обещают потепление, снег может стать еще холоднее. Поэтому надо... Вон мама идет. Надо это сделать сейчас. Вот, смотрите, как мы идем. Вот такой вот веселый вам репортаж. Итак, прямой репортаж из-под снега. Господи, помилуй, какой ветер. Снегопад продолжается. Хочу вам показать вот эту вот сосульку, которая там. Итак, пожалуйста, вот какая опасная сосуля висит прямо над подъездом. Это мега опасно. Ну, что можно сказать? При помощи двух инструментов для кого-нибудь совет такой маленький. Берете веник и берете вот такую швабру. И, по сути, вот мы хорошенечко все почистили с мамой. Вместе я шваброй. Я шваброй, а мама веничком. А сейчас мама пошла немножко за лопатой, потому что колеса нам вон, смотрите. Сейчас покажу, подожди. Колеса надо вот откапывать. Все занесло огромным таким сугробом. Так что вот такое вот мы с мамой работку проделали. Молодцы. Подышали воздухом, Озон забрали. О, гирлянды. У них получается и золотистая, и синяя, как у меня. В общем, вот так вот. Лишний раз поздравляю всех с наступающим. Праздник уже близко. Главное, чтобы было здоровье. Все было мирно, все было тихо. Чтобы все дружили. Это самое главное. Вот, чтобы уже наконец-то все успокоились в этой жизни. Так что, вот такие вот дела. Сейчас нам надо будет откапывать весь этот снег, что вдоль машины идет. Вот. Я уже замерзла. Капец. Короче, для всех тех, кто не видел, дублирую. Отлично, швабра чистит машину. В частности, стекло. Мягкая, нежная такая тряпочка. В общем, а вот это вот остатки, это уже лед. Это уже не почистить. Вот, и вот так вот везде прошли всю машину. Молодцы. Вот. Самое тяжелое это было эту. Господи, фокусировка, ты где? Самое тяжелое это было крышу. Но благодаря вот этой штучке она быстро чистится. Мама попросила у соседей лопату и выгребает из-под колес. Молодец. Вот, лучшая жена. Видите, что делают ради любимого мужа, а я для папы. Вот так надо. А потом
вселенская любовь в семье. Видите, все просто отношения какие. Да, мам? Вот так вот. Вот с лопаткой пошла. Вот как нагребла любви. И вот весело, да. Вот такая вот работа. Я со шваброй, мама с лопаткой. Ну, короче, спустя 10 минут расчистили вот здесь себе всю эту площадочку. Такую, знаете, чтобы можно было хоть немножко пройти, а в целом все выглядит хорошо. Ну что, труженица, довольна результатом? А? Да. Все, идем домой? Да. Пошли домой. Ты ее уже почистила? Ну ничего, смахнем еще раз. Мы горожане трудолюбивые. Пройдемся около домофона тоже обязательно, чтобы мы могли нормально ходить все соседи. Сделаем заодно и здесь. И все, и потом уже точно домой. Вот, а та сосулька, короче, сверху, она огромная. Она над нами. Зря, мама, ты максимально, если можешь, вот эти сосульки, которые на крыше висят, лучше их про это самое. Может, она была? Или не была? Она сказала, что она поломанная. А, ну она все. Она сказала мужу, что он тут закрепил. Вот завтра он хочет тут что-то закрепить. А, ну вот он закрепит, но мы ничего не ломали. Ну все тогда. Я думаю, что так нормально. Все. Пошли домой. Как бы откопал свою машину, и все. Ее завалили обратно, прошел этот трактор. Пожалуйста, я вот про что и говорила, что бесполезно чистить. С этой стороны трактор проходит и полностью пол машины закопал. Это я просто к чему? Мама вчера раскопала там вот, где эти колеса. Я ей говорила, не стоит этого делать, потому что на следующее утро пройдет трактор, закопает. Ну и, соответственно, вот так вот оно и получилось. Вот он уехал и оставил всю эту зону. Видите, какой кусок он даже не почистил. И плюс еще он закопал пол машины. Так что нет смысла никакого чистить там, где колеса. Так происходит теперь каждое утро. Не, ну посмотрите на него, самый голодный, понимаете? Открывала озон, надорвала, он чувствует запах и просит открыть. Ну хватит! Вот здесь я порезала случайно, пока открывала озон, и все, и теперь он, дайте мне мой корм! Он сейчас дорвет просто этот пакет! Ну не дурачок ли? Сима! А вот рядом стоит второй корм. Порвался этот, потому что коробка, ну, как бы ножницами открывала. Все, сидит, ждет, ковыряет. Тима! Отвлекающий маневр. Все, хватит шкребать, ешь отсюда. Ешь свое. Папа купил роллы вот эти просто офигенские. Они с острым таким соусом, прям крутым-крутым. Ой, короче, все с рыбкой тут. Мама, это называется почистила снег и получила бонус. Ой, вообще очень вкусные вот эти прям. Нам очень понравились. Фух, но правда острые. Решили заказать еще помадку со вкусом клубнички. Сейчас будем пробовать. Две штучки взяли. Запах прям стоит. Еще даже не открыли, а уже клубничка пахнет классно. Пришел еще тональник Нюд, производство Беларусь, тон 201, 33 грамма, свеженький, месяц назад сделанный, срок годности тоже хороший, пока еще не открывала, еще в упаковочке, в общем, такая бутылочка объемная, большая, вот вместе с рукой, если посмотреть, вот, я думаю, что пойдет мне. Никогда вам не показывала. У меня есть коллекция камней. Такая вот пирамидка. Разные по составу камни. Очень красивые на вид. Такие холодные прям. Вот. Круглые. С колечком со своим. Ну, в общем, много чего такого интересного. Как планеты, знаете, очень красиво выглядит. Ну, каждое название, там описание у них есть. К
книжечки специально. Вот. Очень красивые. И в другом кейсе тоже. Это такие как бы прозрачный кейс. Здесь все видно. В нем вот такая вот красивая коллекция. Закрывается крышечкой. Все, крышечку закрыли. Все в безопасности. В общем, здесь такая ситуация, что комод со столом здесь. Достали стремянку нашу. Будем сейчас лезть везде вытирать. Вот там вот наверху пыль, потому что не достаем. В общем, все отодвинули. И потом будем доставать елочные украшения, украшать уже окно и все такое. Так что на этой ноте я с вами прощаюсь. Уже увидимся в следующих видео. До новых встреч. Всем пока-пока.